Здравствуйте, друзья! Сегодня 9 сентября, и в этот день отмечается Всемирный день красоты. Часто ли мы с вами задумываемся, что помогает нам быть успешными, бодрыми, красивыми, а что вредит нашему здоровью? Мы предлагаем вам познакомиться с литературой, которая поможет оставаться здоровыми, бодрыми, красивыми на долгие годы. Сегодня человеку, который заботится о своем здоровье, необходимо знать азы диетологии и правильного питания. И в этом поможет вам книга, автор которой доктор Регина «Здоровое питание в большом городе». Здоровое питание – это основа нашего здоровья в целом. Это не только легкость и энергия, отличное настроение, самочувствие, профилактика заболеваний многих. Однако многие думают, что в современных условиях большого города, при бешеном ритме жизни, соблюдать принципы здорового питания невозможно. И вот автор этой книги, врач-диетолог, основатель школы здоровья и автор популярного блога в Инстаграме про здоровое питание убедит вас в обратном. Вы узнаете, как выбирать продукты и готовить, какой режим питания идеальный и почему, стоит ли принимать витамины и БАДы, как питаться в отпуске, чтобы не привести лишние килограммы. Кроме этого, в этой книге вы найдете простые и полезные рецепты блюд. Каждая женщина знает, что выбирать подходящее косметическое средство, которое эффективно справится с задачей и при этом не навредит, дело непростое. Мы с вами часто останавливаемся у прилавков и рассматриваем понравившиеся баночки, тщетно стараясь разобрать в терминах, написанных на этикетке. И кто из нас с вами не попадал к врачу, который настойчиво предлагает средства определенной марки, но не объясняющий, в чем состоит их чудодейственный эффект? Теперь эти трудности для нас с вами позади. Потому что издание «Косметика на каждый день» поможет вам выбрать нужные средства для ухода за собой. И главное, расскажет, и мы с вами разберемся, что же действительно необходимо, чтобы выглядеть здоровыми и красивыми. Пользу, которую нам с вами приносит массаж, его стимулирующий, расслабляющий, обезболивающий, лечебный косметический эффект, трудно переоценить. И в этом случае мы предлагаем вам книгу «Кния Акада. Японский массаж», которая научит вас собственными пальцами нащупать причину боли и снять стресс и предотвратить осложнения. Оказывается, совершенно напрасно многие недуги с годами мы воспринимаем как неизбежность. Боли в спине, в ногах, суставах, хроническую утомляемость и даже гипертония – это вовсе не удел пожилых. Об уникальной методике избавления от так называемых возрастных болезней расскажет книга Томаса Ханна «Искусство не стареть». А еще одно уникальное издание мы вам предлагаем – автор профессор Юрий Захаров, полная энциклопедия омоложения. Эта книга расскажет вам о вечной молодости, красоте и здоровье. А автор энциклопедии Юрий Александрович Захаров, он профессор, доктор медицинских наук. И он расскажет о новом взгляде на процесс омоложения или по-научному ревитализации, соединяющий западный технологический подход с восточной философией здоровья. В этой книге вы узнаете и об использовании стволовых клеток, и о тибетской практике долгой жизни, которая не только способна замедлить процесс старения, но и повернуть его вспять. Интенсивность и напряженность современной жизни буквально требуют того, чтобы человек научился быстро отдыхать и восстанавливаться. В этом нам с вами поможет книга Светланы Барановой «Научись отдыхать. Техники релаксации, которые всегда работают». И цель этого издания –
рассказать о самых простых приемах, методах, рецептах, которые не требуют больших затрат, ни времени, ни средств, но являются апробированными сотнями людей и уже подтвердили не раз свою эффективность. Красота дана женщине от природы. Но как найти свою индивидуальность? Как умело подчеркнуть свои достоинства? Сделать уход необременительным и превратить домашние процедуры в удовольствие? Ответы на все эти вопросы вы найдете в книгах, которые предлагает наша библиотека. И, дорогие друзья, я хочу сказать слова Коко Шанель. Заботьтесь о красоте, надо начинать сердце и души, иначе никакая косметика не поможет. Будьте здоровы! Спасибо за внимание!